молодежная команда соответствует своему названию. Утро весеннего дня. Стадион «Горняк». Сперва фотосессия, первая командная. Затем двухсторонка. После сборов ФК «Севастополь-2» продолжает подготовку к чемпионату «Содружество». Между прочим, тоже первому для клуба. В нем примут участие команды из Крыма и Севастополя, а также из новых регионов. Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Когда в 2023 году футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат для участия в первенстве России среди команд второй лиги в дивизионе «Б», футбол в нашем городе будто заново ожил. А в феврале этого года на один ФК «Севастополь» в нашем городе-герое стало больше. «Севастополь-2» – это молодежная команда, воссозданная на базе спортивной школы номер 3. И сегодня мы поближе с ней познакомимся и узнаем, какой пас будущее они могут дать основе. Подобные молодежные команды или фарм-клубы, то есть в буквальном смысле те, которые выращивают спортсменов, есть на базе практически каждого крупного клуба. «Севастополь-2» – это место для роста и развития, получения игровой практики юных и, что важно, севастопольских спортсменов. Команду возглавил Александр Сучу. До этого он обучал воспитанников спортивной школы номер 3, часть которых попала в состав молодежки. Благодаря этому выстраивать рабочий процесс в определенной степени легче. Помощь также оказывают тренерский штаб первой команды во главе со Станиславом Гудзикевичем и генеральный директор клуба Валерий Чалы. Это очень сильно радует, что местные ребята могут себя проявлять. И спасибо городу нашему, что дали такую возможность, создали эту команду. Поэтому для роста, для молодежи это очень прекрасно. На самый популярный, не всеми тренерами любимый вопрос о целях на сезон Александр Владимирович отвечает уверенно. Ведь главная задача молодежки – это подготовка качественного резерва для первой команды. «Севастополь» и «Севастополь-2» теперь работают как единый механизм. В целом, промежуточными результатами наставник доволен. За период тренировочных сборов и подготовки к чемпионату, а это всего чуть больше месяца, в копилке у команды 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение в матчах с достаточно сильными соперниками. Ну, ребята все молодцы, они трудятся как взрослые футболисты, скажем так. Ни одного не было дня, чтобы кто-то где-то выпадал. Поэтому ребята отработали на 200%, я считаю, этот сбор. Поэтому я очень сильно доволен ими, они большие молодцы. Состав команды молодой, и, разумеется, ребятам еще предстоит сыграться, получше узнать друг друга, причем не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни. А кто, как не капитан, должен помогать тренеру, правильно настраивать команду и быть в курсе того, какая атмосфера в ней царит? За сборы мы уже с некоторыми ребятами были знакомы до сбора, и во время сборов с ребятами начали более плотно общаться, вместе жили, двухразовые тренировки. Конечно, это все сближает, объединяет коллектив. Что ж, давайте и мы с ними познакомимся поближе. Блиц, быстро, четко, твое мнение отвечаешь. Первый такой самый банальный вопрос: Месси или Роналду? Месси. Роналду. Роналду. Месси. Почему? Месси просто вот от природы дано. Как он двигается с мячом, как он работает с ним, его футбольный интеллект. Роналдо – это вот именно создал сам себя, именно спортсмен, идеал, но именно по футбольному, если качеству брать, то Месси. За какой клуб, кроме Севастополя, болеешь? Ладно, Барселона. Red Bull Leipzig. Реал Мадрид. Лучший футболист в мире на твоей позиции в истории? На моей позиции? Гатузо. Дженаро Гатузо. Роналдо, наверное. Леонид Загребельный. Опиши себя тремя словами. Целеустремленный, веселый и трудолюбивый. Да ну, себя описывать как-то. Вспыльчивый. Ну, не люблю проигрывать, наверное, 100% вообще. Ну, вспыльчивый, одновременно добрый, на самом деле.
Впрочем, с некоторыми игроками команды футбольное сообщество нашего города уже знакомо. В свои 22 года за плечами центрального нападающего Александра Зуева немалый игровой опыт. Он тренировался в академиях ЦСКА и Локомотива, а в прошлом сезоне выступал за основную команду ФК Севастополь. Однако на сезон 23-24 клуб не продлил контракт с игроком. Для Александра молодежная команда – отличный шанс прийти в форму, доказать не только тренерскому штабу, но и себе самому, что он достоин представлять футбольный клуб «Севастополь». Ой, у меня задача… Хороший вопрос такой. Ну, для начала хотя бы прийти в форму, так сказать, потому что после отпуска, как бы, тем более непонимание было, потому что я не знал, будет ли вторая команда, не будет второй команды, как бы надеяться, не надеяться. Приглашали в Кызылташ на просмотр. Ну, я повременил, и вот как раз-таки в этот период времени произошло, ну, то, что «Севастополь-2» создали. О планах на будущее спортсмены говорят пока не очень уверенно. Хотя и мечтают наверняка о многом, предпочитают ставить реальные цели. Ближайшее на этот сезон – показать на футбольном поле свой максимум, проявить себя в Лиге Содружества и, конечно, в перспективе попасть в первую команду. По словам тренера, талантливых и трудолюбивых игроков в «Севастополе-2» много. А как они этот талант раскроют, во многом зависит от них самих. В первую очередь они должны быть профессионалами во всех моментах. Начиная с быта, заканчивая футбольным полем и тренировочным процессом. Поэтому здесь как бы момент такой, что ребята должны себе ставить цель. Когда цель стоит, тогда человек добивается ее, если он каждый день к ней идет. И я думаю, что здесь очень много хороших перспективных пацанов, которые могут играть на самом высочайшем уровне. Открытие турнира «Лига Содружества» состоится 30 марта на стадионе «СОК Севастополь», где «Севастополь-2» дебютирует против «Луганской Зари». Вход на стадион свободный, так что познакомиться с игрой этих молодых, энергичных ребят может каждый желающий. Футбол для тебя одним словом. Футбол? Как бы не банально сказать. Ну, это все, ну, то, что мое дело, как бы, жизнь, чем я увлекаюсь.